О том случае сотрудник инспекции по маломерным судам вспоминает как о рядовом. В начале ноября двое мужчин отправились на рыбалку. В протоке реки Каюковка катер сел на мель и получил пробоину. Рыбаки вплавь добрались до ближайшего острова. Уже оттуда пострадавшие позвонили спасателям. На поиски выехал Егор Медянский. Осложнялась, конечно, ситуация погодными условиями, сильным ветром, и была достаточно большая волна. Людей нужно было найти как можно быстрее. Рыбаки были в промокшей одежде, а температура воздуха опустилась ниже нуля. К счастью, у пострадавших были спички, они развели костер. По словам Егора, такая ответственность сегодня редкость. Бывают разные случаи, разные люди у нас. Все относятся по-разному к своим увлечениям. Ну, в основном, конечно, отдать должное нужно, что молодцы люди. Сами в основном беспокоятся о своей безопасности. За порядком на Волге Егор Медянский следит круглогодично, уже 6 лет. В летнее время работы больше. Инспектор проверяет документы и наличие спасательных средств. Здравствуйте. Инспекция по маломерным судам, инспектор Кушнаренко. Люди возвращаются ради улова. У нас часто стоянка на судовом ходу маломерных судов. Поэтому считают, что важнее у них улов, чем нарушения. Они, некоторые готовы, говорят, мы будем оплачивать штраф и будем нарушать. Есть такие. Случай на Каюковке второй. Первый произошел летом под старым мостом. Молодой человек бросился в Волгу за уплывшей лодкой, но силы не рассчитал. В это время мимо проходил патрульный катер «ГИМС». За этот год на счету Егора Медянского уже 3 спасенные жизни, а до конца 2011-го еще 1,5 месяца.